просишься? А? И куда ты просишься? Сейчас отпущу. Сейчас, подожди, мы пойдем. Сейчас мы будем выходить, я тебя отпущу. Сейчас отпущу. Сейчас отпущу. Персик. Куда ты намылился? Ты только гулял. Сейчас, минутку и поедем. У нас тут спор пошел, какие девушки самые красивые. Надо разиться. Не считая красоты пластической. Не, пластическую хирургию мы вообще отбрасываем. Но раньше считались самые красивые женщины — это японки. А сейчас, Карин, ты кто говоришь? Осетинки. Осетинки, ну да, я тоже считаю, что осетинские девушки очень красивые. Все светлые, зеленоглазые. Так бурно обсуждали, что-то стихли сразу. Вали, ты. Ты как я считаю, что красота — это субъективно все. Нет некрасивых девушек. Да, ухоженные. Самое главное, чтобы девушка была ухоженная, да. И главное — уметь подавать себя. Если будешь зажатая, неуверенная, какая бы ты красивая ни была, на тебя никто не посмотрит, ты никак не привлечешь внимание. Любим, твое мнение. Я считаю, что это кавказский ребенок. Люда, она с кавказский ребенок, ей все кавказское нравится. Ой, он так медленно просто едет. Славянки очень, украинки, русские. Да, хохлушки. Хохлушки красивые. Особенно, когда хохлушка белокожая, они же обычно брюнетки, да, бывают, и с синими глазами. У них глаза такие часто бывают васильковые, да, Карин? Василькового цвета. Западная и не западная. Вот если темненькие, они западные. Так они светлые, как вот сказали в течение часа. В течение часа. Сейчас возьмем и поедем на поляну. Пикник устроим. Запить взяли. Сейчас любимка себе лимонад возьмет. И наши девушки пошли гулять. Сейчас кружочек наверну. Первый раз тут так понравилось, что мы решили вернуться на поляну. Тут дискотека. Так, нужно быстрее от музыки. А то у меня уже последние все видео с музыкой. Ой.
Мы в прошлый раз, когда шли, наметили одну полянку и решили на нее вернуться. Любим, возьми колу, за мне неудобно. Хочу показать, какой красивый закат сегодня. Камера прям так четко передает. Все, мы вчера вот эту полянку приметили. Взяли суши с собой. Сейчас пикничок устроим. Припозднились мы, конечно, с ужином. У нас уже 8:30. Хотели в обед приехать, а в обед нам мама беляшей нажарила. Сейчас еще дойду, оттуда сниму. Закат сегодня красивый, да, какой? Кусты мешают, но там красиво, конечно, у нас сегодня. Ну, нормально. На, Лариточка, по-моему, это моя. Неустойчиво разольется. А вот тут вот... А надо было мне на колу трубочку вот тоже смотрите, попросить. Здесь вот эти вот ваши с креветкой, как я понимаю, вроде. Вот эти. Конечно, тут часть берите. С креветкой, тут, а все остальное с семгой. Вы любители семги? Да. Ночной дожор. У меня не загружается время фото, когда прислала. Интернет. Мы сегодня на диете. В обед. Ставь туда, не под мою руку. В обед у нас беляши. Вечером у нас суши. Любимка, откроешь мне палочки? Спасибо. Оставишь? Да, я заказывала на нее. А где еще? Нет. А там мама подумает. А, у них вам чай с пирожным. У кого? Лена вам прислала, они до конца не подгружаются. Пробей чай. Я хочу вот это вот попробовать, остренькую штучку. А мне, пожалуйста, имбирь подвиньте еще. Это положили тебе? Да. Сейчас, я открою уже точно. Вы кладете? Что? Вот ешь? Да? Васаби? Кладем, конечно. Один, один. Угу. А, ты туда кладешь? Я спросила, вы сказали, кладете. А, нет, сорян, мы... все. Нет, да нормально, мы намазываем. А. Я тоже так делаем. Я на работе кладу. Ну то, что вы возьмите, пожалуйста, на телефон. Спасибо. А мой? Это лёд. Хорошо на природе сидит. Ой. Возьмешь? Я возьму. У тебя вот есть. Ой, вот эти спайси вкусные, такие острые-острые, ну, да? Острые, острые, да? Что? И что? Острая, вкусная. Я вот эти люблю. О, комар прилетел. Так прохладно. Я думала, комаров сегодня не будет. Знаете, мне нравится. Легких путей не ищем. А тут красиво, нет? Если бы вот этих кустов не было, обзор был бы, красивее было. Да нет. А закат, смотри, как будто небо разрисовали красным. Дежурство на дежурство. Сегодня людей больше, да, чем в прошлый раз было? Просто мы прям ночью были. Нет? Ролька, я два тех заказывала, один этот. Угу. Вот ешь он с креветкой. Да, с креветкой. Нет, он маленький. Меня пока не укусили. Не укусили? Ой. Ты в штанах из-за этого. Я тут не заболела. Не заболеет. Наритка, у тебя прям тарелка. Угу.
Тихо так, мент родился. Сижу так тебя. Поймала. Поздно поймала, уже весь покусал. Того комара убила. Это он тебя покусал? Нет, он без крови еще. Худенький. Так тихо, да? Странно. Прям тишина. Мне сейчас некомфортно. Почему некомфортно? Темно, вечером. Так ты освещение. Ты под лампами сидишь. Не, ну то, что вот сумерки, мы где-то на горе. Машина под боком. На холме. А мне комфортно. А это с чем? Это семга, другая с креветкой. Еще одного комара убила. Я сегодня... Да, я сегодня всех комаров тут перебью. Интересно, у меня что на весах будет. Мы с Людой сейчас сидим. Она говорит, это надо к Леду похудеть. Я говорю, к Леду уже не успели, надо к осени. Какая? Наша была? Не, Мартань. Да, ну не похудеть, а пресс. Пресс, Люда. Люда взялась за мой пресс, хочет взяться за мой пресс. Смотри, Люд, ты самая сладкая, они тебя облепили прям. Все, покушали. Не надо тут ложить. Теперь хочется чаю. Почему? Уже все, хочется домой поехать чаю попить, да, любим? Потому что земля уже прохладная. Не, ну на этот уже ничего, да. Че, полежим или поедем чаю пить? Ой, я чего не хочу еще. Не хочешь? Конечно. Тебя никто не заставляет. Бутылку колу, конечно. А я хочу чаю горяченького, хочется. С конфетками. Сейчас, девчонки, еще пощелкаются. К комарам в гости. И геноцид устраиваете. Я уже два комара убила. Они жили, семьи строили. Но мы их, наверное, не приглашали, но сами приперлись. Слушай, это подстилки так соломенные, солома прям как будто это скирт соломы. Девчонки фоткаются. Сейчас 5 минут фотосессии и домой.